Приветствую вас, Анонин. В первую очередь мне бы хотелось сказать, что вы довольно мало дали информации о себе. Желательно проанализировать всю вашу семейную жизнь, все 8 лет, что вы вместе, а может быть даже еще и раньше. Для того, чтобы получить полное представление о том, что происходит. И только тогда можно дать определенные рекомендации. Вот. Совершенно очевидно, что вы играете в игры. Совершенно очевидно, что вы играете в игры. Игра может быть такая. Значит, ты отдаляешься, я приближаюсь, ты отдаляешься. Это может быть и какая-нибудь другая еще игра, но что в этой игре есть? В этой игре есть А. Цикличность, Б. Скажем так, неполное дефицитное удовлетворение своих потребностей. Это было А, Б, В. В. Расплата. То есть негативные какие-то аспекты. И АБВГ, Г это определенная выгода из этой игры. То есть для вас есть выгода. Когда вы говорите, о, ну вот опять, я так и знал, я так и думал. Вот, как всегда. Ну вот, и вот как обычно. Вот если вы говорите так, то это вот и есть та самая выгода. На мировоззренческом уровне, на экзистенциальном и на личностном уровне. То есть вы получаете определенный выход. Поэтому начинать анализ вашего хождения по данному кругу нужно именно с этих аспектов. С так называемой теории игр. Вот. Это первое. Вот. Еще раз повторю, в силу того, что информации вы предоставили о себе очень мало, соответственно, сказать наверняка, в какую игру вы играете, не представляется возможным, потому что, ну, очень мало информации. Это такой момент. Дальше. Как вам и сказали, в общем и целом, коллеги, то, что у вас есть явная неудовлетворенность в себе. То есть, вот вы говорите, что когда, соответственно, я там, ну, когда я без жены, да, то есть, когда, ну, вы один, например, вот, у вас есть отчаянная потребность в том, чтобы ее вернуть, да, то есть, чтобы, ну, не быть одному, у вас есть такая потребность. И с чем это связано? Ну вот, данная потребность, с чем связана? Что вы хотите, чего вы боитесь-то в этот момент? Чего вы опасаетесь-то в этот момент? Понимаете? Вот это важно. Очень важно. Чтобы вы для себя данный аспект определили. Потому что очевидно, что есть у вас внутренний конфликт какой-то. Да, очевидно. В чем-то вы нуждаетесь? Ну, вопрос, да, в чем? Это понятно. Понятно, что нужно определить, в чем вы нуждаетесь. По факту. Дальше. Когда вы с ней, вас напрягает, то, как вы проводите с ней время, ну, то есть, посмотр телевизора, да, там, соответственно,
значит, хождение по магазинам, вот, вам это все не нравится. И опять же, такое ощущение, да, что в этом вы вроде бы как нуждаетесь, вы вроде бы как в этом нуждаетесь, но с другой стороны, несмотря на то, что вы в этом нуждаетесь, вы это же и не принимаете. Вот. И у этого есть тоже причина. А именно ориентированность в отношениях не на другого человека, вот, а на себя. То есть вы в отношениях со своей женой пытаетесь получить то, что нужно вам, то, что хочется вам. Вот. Тогда как в действительности нужно ориентироваться на нее. То есть вы либо хотите делать ее счастливой, либо нет. А чтобы делать ее счастливой, естественно, нужно быть сперва счастливым самому. То есть удовлетворенным нужно быть сначала самому. И только тогда, только в этом случае можно сделать другого человека счастливым. Вот. Поэтому я полагаю, что ваша системная проблема в том, что вы пытаетесь за счет своей жены получить для себя то, что вам не хватает. Вот. К примеру. Вы знаете, что вашей жене нравится, допустим, смотреть телевизор, ходить по магазинам, да? Вот. Ну, мы сейчас не берем в расчет, хорошо это или плохо. Просто ей это нравится. Если ей это нравится, и вы знаете, что это дарит ей счастье, например, то по идее, если вы, грубо говоря, скажем так, любящий муж, то вы дадите ей это, то, что ей нужно. Дадите, потому что вы хотите, чтобы она была счастлива. Вот. Но вам это не нравится. Вопрос в том, насколько вы честны с собой, со своими желаниями. Понимаете, какая история? Насколько вы отдаете себе отчет в том, что вы хотите сами. Понимаете? И что вы делаете для того, чтобы получить это, то, что вы хотите сами. Просите ли вы об этом, например, свою жену? То есть, говорите, вот, дорогая, вот, как бы, я хочу вот того-то. Вот, не могла бы ты что-то сделать или нет? Вот. Откуда она, допустим, может знать, да, что вам как бы нужно? Но она же не знает, да, этого. Понимаете? Какая история. И не может знать. А если вы не знаете, если вы не знаете, то она не может найти по-другому. Вот. Ну, того, что вы хотите. Для себя. Опять-таки. Понимаете? Вот. Так, значит. В очередной раз пишите вы. Расставшись с женой, сознание начинает ежесекундно требовать ее вернуть. Согласиться на все ее условия, делать все, что она скажет и захочет. Для чего? Да, из-за чего расстаетесь? Вернувшись к ней, начинаю придираться, раздражаться, не любить. Близости тоже никакой, совместное проживание. Так, значит, вернувшись к ней, для чего? Начинаю придираться, зачем, из-за чего? Раздражаться, снова из-за чего не любите? Тот же самый вопрос. Из-за чего? Близости тоже никакой.
Ну, это следствие скорее, да? Так, просмотр телевизора, поход по магазинам, настолько ненавистно подкатывает сознание, что оно требует только бежать. А вот вопрос возникает. Что именно ненавистно? Вам ненавистно именно... поход по магазинам и просмотр телевизора? Или вам ненавистно делать это с женой? Откуда ненависть? То есть... ну, можно не любить смотреть телевизор. Но ненависть... это что-то уже такое более серьезное, более сильное. Либо это вас лишает комфорта. Например, просмотр ТВ и поход по магазинам. Ну, просто лишает вас спокойствия, комфорта и так далее. Вот. Либо здесь есть что-то еще. Например, здесь есть история о том, что вам это нравится, но вы считаете, что как бы у вас этого не должно быть. Например. Ну, например. Вот. Почему это отдельный вопрос? Почему так вы считаете? Но тем не менее. Тем не менее. Понятно, да, о чем идет речь? Я надеюсь. То есть где-то нужно исследовать этот аспект. Проанализировать. Возможно, нужно посмотреть, насколько вы со своей женой вообще друг к другу подходите. Если подходите. Вот, для этого тоже есть. Ага, моменты есть, нюансы есть, как бы, методы и так далее, вот. Но это все то, что нужно делать, это именно работа, понимаете, вот. И тогда ответ на ваш вопрос, как выйти из данного круга, звучит так. Определить для себя выгоду от нахождения в этом данном круге. Выгоду и мотив быть в этом данном круге. Вот и все. Это, я полагаю, является ключевым аспектом в данной ситуации. Понятно, надеюсь, о чем я говорю. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего-всего самого доброго, удачи и надеюсь, что вы все-таки выберете себе эксперта и поработаете. По-моему, даже с женой. Вот. Всего доброго.